История воздушно-десантных войск внушает особое уважение к этому роду войск даже у гражданских. Что уж говорить о военных, которым известны подвиги десантников не только 30-х или 40-х, но и 80-х годов. Они отметились почти во всех горячих точках бывших союзных республик. Десантники воевали и в Великой Отечественной войне. На различных участках обширного советско-германского фронта парашютисты смело десантировались в вражеский тыл и прямо с воздуха вступали в бой. В наше время воздушно-десантные войска по праву считаются элитой вооруженных сил. 2 августа в парке между 2 и 3 микрорайонами возле памятника воинам-интернационалистам в городе Красный Луч состоялось празднование Дня смелых, крепких мужчин-десантников. Вниманием виновников торжества и гостей праздника была представлена концертная программа с патриотическими песнями о воздушно-десантных войсках. Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, понять лица поставил обряд. Это парни готовы, будет вечно под 20. Это те, кто прославил. Можно не сомневаться, если поступят боевые задачи, голубые береты с честью выполнят свой долг. Флаг ВДВ с девизом «Никто, кроме нас» развивался сегодня на празднике. Считается, что он сохраняет в себе энергетическую связь практически каждого ветерана с его службой в войсках ВДВ. Родные поздравляли своих десантников. Также вспомнили о тех, кого нет, кто не вернулся с поля боя, посвятив им песню. А ребята-десантники, в свою очередь, почтили их память, сняв головные уборы. Желающие возлагали цветы к памятнику ВДВ.